Целый год отделение дневного пребывания пустовало. В связи с пандемией пожилые люди не могли посещать любимые учреждения. Сотрудники ЦСО времени зря не теряли. За это время большинство помещений отделения преобразили до неузнаваемости. В рамках системы долговременного ухода отделение дневного пребывания будет работать в новом формате, что предполагает индивидуальный подход к каждому получателю социальных услуг. Дорогие наши отдыхающие! Наши новые друзья, мы очень рады, это действительно радостное событие, что вот у нас наконец-то открылось наше отделение дневного пребывания. Мы так привыкли, что в нашем центре постоянно бурлит жизнь, танцуют, поют, лечатся, отдыхают. Теперь мы очень рады, что мы вновь открылись. И открылись не просто так, а вот именно в новом формате. Если раньше отделение дневного пребывания посещали только пожилые люди, сейчас отдыхать смогут и граждане с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет. При поступлении к нам в отделение все будут диагностироваться и делиться на условные группы. То есть они к нам теперь будут ходить не посезонно, а круглогодично по желанию. 2-3 раза в неделю, в зависимости, в какую группу они попадут. Если нужно будет их доставка, мы их будем доставлять по городу и обратно, чтобы они одни дома не находились. То есть тяжелых людей после каких-то травм, после инсультов, да, мы всех приглашаем, реабилитацию мы с ними здесь будем проходить. Все занятия, все будет индивидуально, каждому подход. И лечение по назначению врача, инъекции внутримышечные, и кислородный коктейль, и то есть и физиопроцедуры какие, если по назначению, мы все здесь будем выполнять. Главная задача отделения дневного пребывания – это психологическая адаптация отдыхающих, повышение их социальной активности. Посетители ждут песочная и танцедвигательная терапии, помощь психолога, лечебная физкультура, комната труда и релаксации. Здесь каждый найдет занятие по душе и узнает много нового. Сотрудники центра постарались создать все условия для того, чтобы все отдыхающие жили долго и счастливо. Анна Шуркова, Александр Иванов, Ленинск ТВ.